Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, друзья. Вас приветствует московская мужская еврейская капелла. Художественный руководитель и дирижер Александр Тсаліюк. Для нас большая радость сегодня иметь возможность выступить перед вами. Нас давно приглашали, но как-то вот все не образовывалось и, наконец, получилось. Мы начинаем наш концерт с традиционного фрагмента еврейского богослужения, который называется «Ше Яхайону». Это молитва, которая произносится в еврейских общинах по всему миру в самые торжественные моменты ее жизни. Переводится она как благодарность Всевышнему за то, что Он дал нам силы и радость дожить до этого замечательного времени. Музыка кантора и композитора Махтенберга – это конец 19-го, начало 20 века. Он был оберкантором города Берлина. Солист, лауреат международных конкурсов, солист Большого театра России Леонид Бомштейн. Зная, что сегодня мы выступаем перед христианами, мы решили сделать вам подарок и включить в наш репертуар знаменитейшую молитву, знаменитейшую, по-моему, ее знают все люди на земном шаре, это Франц Шуберт «Аве Мария». Солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Повстяная.
древнее грузинское песнопение, музыка которого датируется XII веком. Грузинский царь Давид и его сын царь Деметр. Эта песня переводится на русский язык «Жизнь как виноградная лоза», аллегория. Солист, лауреат международных конкурсов Гия Бешитаишвили. Еврейского богослужения, которое называется «Ки леках тойв» – «Дело доброе дал я вам». Эта молитва звучит в тот момент, когда Тору после прочтения в синагоге, обнеся ее по залу, заносит обратно в ковчег. Это очень торжественный момент. Мы поем эту музыку фактически с момента основания нашего хора, которому на будущий год, дай Бог, исполнится 25 лет. Спасибо. Музыка двух канторов и композиторов, живших на Украине в конце 19-го, начало 20 века, Ройтмана и Румшинского. Солист Леонид Бомштейн. Дови, дови, дови.
Кантора и композитора из Соединенных Штатов Америки Спиро. Эта молитва переводится на русский язык как «Господин Вселенной». Посвящена она, разумеется, тому, кто создал все, включая нас и эту землю. Солист Леонид Бомштейн, партия фортепиано Александр Великовский. Солист вместе с Леонидом Бомштейном. Лауреат международных конкурсов, солист театра Натальи Сац, детского музыкального театра Натальи Сац, Михаил Чесноков. Ветер им поле летит не в рот, а в вечность.
Сейчас прозвучит еще один фрагмент еврейского богослужения. Эта молитва исполняется в Йом-Кипур, в Судный день, в Великий пост. Авину Малкейну, Отец наш Небесный, или Отец наш Царь наш, переводится она. Итак, солист, лауреат международных конкурсов, Гия Бешитаишвили, партия фортепиано, Александр Великовский. Thank you.
дорогие Бешитаишвили! Спасибо, дорогие друзья! Замечательная еврейская народная песня, которая называется «Мамалы». Ее пели самые знаменитые великие певцы: Михаил Давыдович Александрович, из рук которого нам достались эти ноты, знаменитый тенор в Соединенных Штатах Америки Жан Пирс, многие другие. И сейчас она прозвучит для вас. Солист Леонид Бомштейн. Коллектив дружил
с известнейшим композитором Оскаром Борисовичем Фельдсманом. Незадолго до того, как он ушел, он сказал, что он написал еврейский мюзикл, который он писал последние 10 лет своей жизни. И так получилось, что нам передали кассету, на этой кассете он просто сидит сам за инструментами и напевает номера этого мюзикла. Это было даже не записано нотами. Нам очень понравилась эта музыка, это действительно здорово, и нашлось бы финансирование, наверное, этот мюзикл блистал бы и в России, и на Бродвее. Но нынче такая музыка, как говорится, не формат. Этот мюзикл называется «С нами Бог». Смысл там такой: еврейское местечко, 20-е годы. Молодые ребята, парень с девушкой, собираются пожениться. И так как они оба из религиозных еврейских семей, они ищут Бога всю жизнь с детства, как их учили родители. И они отправляются в свадебное путешествие вместе искать Бога. Они попадают сначала на Украину, там недалеко от места, где они живут, в Одессу, потом они попадают в Кишинев, потом они едут в Париж, потом как-то попадают в Нью-Йорк. И вот все, что с ними происходит, описано, собственно, в этом мюзикле. И в конце он получает письмо от мамы, где написано, что «Сынок, возвращайся, наше местечко почти стерто с лица земли, здесь происходят такие события, прекращай искать Бога, возвращайся домой, и Бог тебя найдет, будь хорошим человеком». Вот, и они возвращаются, а местечка нет, и ничего больше нет. Такая история, так он заканчивается. И вот сейчас прозвучит начальная и финальная часть этого мюзикла. Это премьера. Мы нигде фактически не пели это. «С нами Бог». Солист Никита Турский. Лауреат Всероссийского конкурса. Еще
знаменитейшая еврейская песня, которая стала почти народной, хотя у нее есть автор, которого, к сожалению, уже нет на этом свете, Наоми Шемер. «Ярушалаем шель заав». Солист, лауреат международных конкурсов, солист ансамбля Виктора Елисеева, МВД, Григорий Ткаченко. «Ярушалаем шель заав». Повторим матрила на ревер.
Говорит, ермолку в МВД оставил. Еврейская народная песня «Тум Балалайка». Вместе с вами солист, лауреат международных конкурсов, старейший участник нашего хора Андрей Карпович Скендеров. Замечательная песня, которую написал тоже композитор, имеющий некоторое отношение к евреям, Евгений Птичкин. «Эхо любви». Посвящаем ее памяти нашего друга, который, к сожалению, ушел, работал в нашем хоре, по-моему, 15 или если не больше лет. Там на фотографии с краю стоит Миша Рубанов. Солист, лауреат международных конкурсов Ольга Повстяная.
Песенка о хорошем настроении. Вот видите? Анатолий Лепин, солистка Ольга Повстяная. Ну что же, господа, наш концерт потихонечку близится к завершению. Мы хотим исполнить сейчас фрагмент еврейского богослужения, который называется «Сим Шалом» – «Даруй мир», это молитва о мире. Музыка американского композитора и кантора Абрахама Наделя. Солист Большого театра России Леонид Бомштейн. Amen.
Леонид Бомштейн. Александр Великовский. Московская мужская еврейская капелла. Шаббат, ветен шалом, баир Иерусалим, даруй мир и субботу на святую землю Иерусалима. Солист Гия Бешитаишвили.
Московская мужская еврейская капелла. Спасибо вам, дорогие друзья. Очень приятно. И надеемся видеть вас на наших концертах. Спасибо за приглашение.